Как-то я в Лабыковке была, изучить в Раджакишоре комп я помогла, заставку ему я сделать помогла, но этим утром я в другом городе была. Не знаю я названия города сего, но рядом с преданными там мне уж очень было хорошо. Дома расположены там так же, как и на Тополе у нас, и шанс путешествовать душа моя прекрасно и получила. С преданными там рядом я была, пообщаться с ними там я как раз успела, пока Аня волноваться не стала моя, и вернуться обратно была вынуждена я, и возвратиться в свой город я тогда успела. Город тот неимоверно был красив, преданные пели киртан рядом с океаном, мою душу город этот, видимо, всегда к себе тянул. Мое тело, душа, ум спали, а разум мой прекрасно отдохнул.